Чикаго. Записываешь, да? Да. Смотри, мультидисциплинарный подход к диагностике и коррекции речевых нарушений у детей раннего возраста. Это такая вот конференция. А вот тут сейчас я покажу тебе это. Разные так там кандидаты наук, филологические, кто-то вообще доктор психологических наук. И тут я, вот видишь, Жемайтити Нель Георгиевна, учитель логопед, и тоже читаю доклад. Так что доклад был прочитан. Ясно, Петя?